самом деле, надо подумать. Могу достать топор, пробить таунт и дропнуть две карты. What now? Ладно, год дровнемся. Второй вайлвин. Потом могу поставить таунт. У меня есть два бровла уже. В принципе. Вроде все нормально. Так. Я делаю вайл. Дебил! Ну что еще? Кулиану ты, папани. Ты считаешь, парень всегда должен платить за девочку. В Америке девочки обижаются, что я их хочу купить. Потому что, ну, там, там это воспринимается, наверное, как домогательство, типа, да, ну да, хочешь купить. Вообще, ну, вот, настолько ситуационно. Что он делает? Почему он сначала не ударился? Это мисплей. Почему он не ударился? Он должен был удариться динозавра. Он должен был сначала удариться, потом только... Короче, у него Bloodlust есть, я уже понял. Но мне поебали эти. У Челика Bloodlust 100%, правильно? 100%, 200%. Да, у него Bloodlust. Я тоже сделал мисплей. Нужно сначала ударяться, а потом броню брать. Я сделал тоже мисплей. Ладно. Good one. Ну, высирай что-то. Наверное, лучше высру два таунта в такой ситуации. Я могу сделать Акалита и это. Ну, короче, сложно. Вот так. И все. Без Вайрвинда. Получу 5 ебало, еще нахуй с ним. Плохо. Сто, Калит может две карты взять. Хорошо. О! Draw last, но мне плевать, потому что я в любом случае это ставил. В любом случае. Я ничего не мог дропнуть. Так что ебало на ноль по поводу draw last. Ебало на ноль срочно. Это выгодно разве? А, короче, я не ответил на донат. Как ты считаешь, парень всегда должен платить за девушку? Блин. Ну, сама суть вот этого постановки вопроса должен уже как-то нехорошо, да? Не, я не думаю, что прям должен. Я думаю, ну, в принципе, по-мужски платить за свою. What now? Да, но не за рандомную или за ту, которая еще не твоя. За ту, которая не твоя или за рандомную платить не надо. Ты уж точно не должен. Доби! Доби! Demons. How would you show me the pain?
After you play a minion, add random shaman spell to your hand. Really? А то он его нашел? Не, у него было. Так. Ну, сульфурос надо сразу, наверное. Стоп. Нужна мне броня еще в этой игре или нет? Наверное, нет. What now? I will crush you! Кыжи кайф, как я скучал по этому. В смысле, не по Хардстоуну, а по эмотам варвара. Ок. О, найс комба. Дать что ли шилслам? В гондончика. Здорово! Знаешь, что ли, Гаррис на Форда? Хотя против варвара я хочу таунты побыстрее найти, быстрее него. Могу искать таунты, наверное. Хотя, блин, Гаррисон Форд может зарешать при Гурхаула. Не, похуй. Могу искать таунты. Таунты и дров, таунты, дров, таунты. Ну, таунты есть, нормально. Ну, как нормально. Наверное, дотерплю до 9-го хода. И резидент слипер намечается. Сейчас будет резидент слипер. О, мне заехал Гаррисон Форд сразу. Сниму Гурхау, если что. Сделай воротник нормального футболки. Нет, я не хочу. Мне так хорошо. Чтобы больше воздуха было. Здорово. Таунтов нет, плохо. Кстати, он что, он играет без квеста? Хуясь ты даун? А почему он играет без квеста, кто-нибудь знает? Let the plugin speak to me! Рейли, потратить Гаррисона Форда не на Горхау. Хотя, с другой стороны. Потерпеть что ли немножко сейчас? Не могу, конечно, ёбнуть. Но, наверное, лучше потерпеть, правильно? А потом поставить два таунта. Нам придется ставить два таунта. Ладно, под прессом. Но он играет без квеста. Я хз, что такое. Как может он выиграть? Бля. Сложно. Вот теперь я терпеть не хочу. Окей, я думаю, надо расправиться с этим говном. Добрый початок.
Дальше у меня есть Грхаул. Он проебал Гаррисона Форда, а у меня есть Грхаул. Seems good. Поставлю же на 9 маны трех челиков. А чё он без квеста играет? Что за хуйня? Какой-то полностью контроль варвар. Без квеста? Мне чисто интересно, как его дека должна выигрывать. Я пытаюсь понять win condition, но я не понимаю. Ну просто как бы... Я очевидно, ну, не интересовался апдейтами, толком даже не знаю карт всех. Maybe как он может выиграть? Просто я не в курсе. Ну что еще? Что ты думаешь об ситуации в Сирии, России и США? Пиздец настанет. Ты имеешь в виду... Война? Эу, Вилберт! Лук Тарагар! Ща, погоди. Так, пока отвечу на донат. Пусть время идет. Многоходовочи. Ты имеешь в виду, будет ли третья мировая война? Я уже, меня спрашивают, это, ну, невыгодно большим странам. Выгодна только маленькая война, на которой можно зарабатывать деньги, то есть микро такая война, да? Ну, которая идет, по сути. Вот эти вот микровойны выгодны. А прям большая война с ядерками никому не выгодна. Ну что еще? Кулиалити, Юто. Кулиалити. Ты задумался добавить неизобильные хлебы и рафлантов и рафланцев. Но не придумал добавить рафланцев. В смысле не придумал? Ну, а что кто-то сделал? МБ, ты начнешь стремить хоть что-нибудь сингловое. Попы, что хоть не напишешь. Однообразие обливать тянет. Плюс чат, если анца. Так, я до сих пор не трачу шилслам. А, кстати, могу поставить дракона. Пока есть возможность его поставить. По-моему, умно. Пока есть у меня возможность потратить 9 маны, ну, ничего не сделать. Это не дракон, это бист. Ты же дракон. Это змей какой-то. Ща я отвечу, гайз. Игра вампир. Если не донатера. Дайн Ерокс. Ну, средний. Да упрощай, Дин Ерокс. Диней. Ну, Диней явно лучше, чем... полное. Кудва. Так. Дракон пробивает биста. Блин, почему называют это драконом? Это змей же. I will crush you! Доставай Грохолу, пидорасыч. Мой Гаррисон Форд ждет. Долго что ты его копил, чтобы проебать так? Кстати, эту хуйню надо, наверное, убить. 5-9. Надо шилдслам потратить. 5-9 это сурово. Это во мне это. Добрый початок. Я могу на следующий ход получить сульфурас. Хочу ли я? Я хочу найти карту. Я могу поставить сейчас единичку, а на следующий ход у меня будет сульфурас. Но хочу ли я? У меня в руке уже есть... Ладно, поехали. Поехали. Сульфурас. There's a price on your head. Engaging TC-130 Mental Dislocator. Really? Что за дека, блять? Mm-hmm.
I will crush you! Здорово! Четко попал. Прям попал. Блин, я боюсь проебать. Я не знаю его деки вообще. Че он там играет? Я ж могу проебать еще. Что он меня направил? Рассказ! Брауль. Брауль, хотя надо гондона поставить и все. Вместе с Акалитом. О, два раза по 16. Один ход 16 сейчас сделаю, и следующий ход 16 сделаю. Только бы не проебать. Я ж не могу проебать, у него ж нету никакого демеджа, правильно? Сейчас отвечу на вас донат. Секунду. Секундочку, минуточку. Че он там ищет? Экзекьют ищет? У него есть экзекьют же в филоге получается. А, не, у него нет экзекьюта, у него, он же тоже играет через апгрейд брони. Я забыл. Это плохо. Мог летал быть в теории. Там было 50 на 50 налетал. А, ну ладно, я поспешил. Поспешил! Ну, людей насмешил! Сдавайся, трус! I will crush you! I will crush you! I will crush you! Одиннадцать. Не хватает тебя, давай. Так. 3-2-3-2. 3-2-3-2. А, ты проебал. 3. Убил. 3-2. И... Гридингс! У меня летал. Всем привет. Да-да, я. Леталище. Конец. На, побэмить немножко. Пока отлично донат. Не летал есть. Но не придумал добавить Рафлан скучный, Рафлан контент. Очень редко кто-то рисует по-настоящему годные смайлы. Бытовое удачного бытия, спасибо. Но ведь ты начнешь стримить хоть что-нибудь сингловое. Я уже столько сингл игр перестримил, что ничего не перестримил. Когда есть что-то интересное для меня, стримлю. Похуй что, ходи на три. Однобразие болевать тянет. Плюс чат, если он сам. Однобразие, блядь. Какое однобразие? Мой стрим уже не был однообразным последний год. Ну, мой стрим был однообразным только первый год, когда я стримил только доту. Лол. Здорово! Варвар через броню без квеста. Держите в курсе. Варвар через армор, но без квеста. Что?